Нам рассказывают, что у нас шкала налогообложения у всех 12% на зарплату. Нет, не 12%, а 43%. И это выше, чем в любой другой стране Европы и Соединенных Штатов. Сейчас обсуждается ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но я боюсь, чем она закончится. Что введут прогрессивную шкалу, и уже будет считаться, если ты получаешь 200 тысяч в месяц, ты уже страшно богатый человек, и с тебя надо брать много. А вот если ты зарабатываешь много, то с тебя надо брать меньше. Как сейчас и есть. В налоговом кодексе, если вы, извините, зарабатываете больше, там, по-моему, 3 или 4 миллионов в месяц, вы платите меньше государству, чем если вы зарабатываете 100 тысяч. Идиотизм. В чем он заключается? Неважно, если ты 200 тысяч зарабатываешь, отдашь ты государству там половину зарплаты или в конце концов 40%, как сегодня. Важно, что если олигархи зарабатывают миллиарды рублей в месяц, вот они должны платить там половину, может 60% даже с этого заработка. Зачем? Не за тем, чтобы отдать это государству, которое тоже неизвестно, куда его еще и денег, какой-нибудь там пенсионный фонд. А вот для того, чтобы он понимал, либо он все равно отдаст государству, либо лучше повысить зарплаты тем, кто у него работает. Вот тогда все равно эти деньги что так потеряешь, что так. Но тогда он будет понимать, что зарплату собственному народу, который у него работает, лучше повысить. Вот для чего стимул-то этой прогрессивной шкалы налогообложения. А не для того, чтобы с народа взять больше денег.